блогах, интернет-сайтах и даже в соседних государствах Карим Григорян, который в последнее время, мне кажется, он талантливый во всем, но в последнее время почему-то отдает предпочтение песенному и композиторскому жанру, то есть пишет песни. И так фильмуем на каком? Да? В каком? Он уже актер, ты что, не знаешь? Скажи, как у тебя положительная роль? Ճիշտ ասած սցենարի ավարտին ես չեմ խոսել, չեմ էլ ուզում խոսեմ ինչ ա լինելու, որ ինձ համար էլ հետաքրքիր լինի։ Դե գիտեմ, բայց ավարտը չեմ, չգիտեմ ինչ ա լինելու։ Ես ինքս իմ դերն եմ խաղում, ես քանի որը ֆիլմի ընթացքում անընդհատ ստեղծում ա երաժշտություն, ստեղծագործում է տարբեր։ Ես տալանտի որ չունեմ։ Հա, բայց չգիտես ինչի։ Զգացողություն կա, որ տխուր ավարտավոր են արել ֆիլմը։ Բայց դա բաց ա։ Ասաթո փոխի ռեժիսորը։ Кстати, я только что мы обнаружили еще один талант у моей гости певицы Джуз. Оказывается, она обладает таким качеством и свойством, как говорить мужским голосом. Очень хотелось бы мне тоже так уметь, но если вы не верите, так добрый вечер. Добрый вечер. Никто у меня здесь под пультом никто не спрятался, это действительно говорит Джуз. Это я, да. И откуда у вас такие таланты? Ну это от папы. Да? Да. Чтобы не хотелось тоже так умеет. А иногда мама бывает, а иногда такая, это уже у меня собака была, это от нее. Да, я помню свою собаку, я буду фотографию. Бедная собака. Которая подель, когда была очень давно одна баллонка была. Про меня ненавидела. У меня была одна японский питер. Ну и? Так она была жутко, она один раз меня укусила. Леона. Леона, из Кесирова. Да, уже? А, кстати, я недавно ездила. Еще лошадь. Я недавно узнала, что у него лошадь и павлин. Дома? Он все обещал, что я его видела. Подожди, я. Это легоица. Лошадь я видела. Киндер-сюрпризы Фокардия. Да. Подожди, ты дома? Тахка Дзори. Лошадь, да, по клине нет. Ну, она про лошадь говорит. Да, но... Они там живут и говорят... Ну, да. Если амен, амен, аравот, амен. Вот я насом, амен, астор, а, гнум им кирак. Асавор, я тебя узумен теснен. Այո, եթե ուզում եք տեսնել սիրամարգներին, դիտեք հայտարարություններում հերասակով ամենալավ հերոսահաղորդումը։ Որը կոչվում է ամենից ամենաակտիվի, Էրիկա Շուրթյան։ Օհ, ты видишь, видишь? Слушай, а ты знаешь, их кушают вот эти кого-то? Они, да, говорят очень, ну, что ты не съел? А что ты не съел? Ճիշտ, ճիշտ, ճիշտ.